Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Недели назад, когда девочка выпрыгнула, полиция здесь все осмотрела. Никакого криминала не нашла. Артем Иванович, а вы давно работаете директором этого лагеря? 5 лет. И ничего вот такого не было. Вы знаете, дело не было передано в суд только по той причине, что на теле девочки не было обнаружено следов насилия и борьбы. Но в связи с новыми фактами... Дело? Не проходи. Будет возобновлено. Да видел я это 100 раз уже. Выключите. Как вы думаете, а кто это может быть? Откуда я знаю? Он там в толстовке, в этом, в капюшоне. Да кто угодно мог быть. Да. И даже вы. Да нет, я не мог. Почему? А где были вы? А все банально. Я спал у себя в комнате один. Скажите, а почему Лилия Травкина в ту ночь осталась в комнате одна? Она поссорилась с другими девочками. Те объявили ей бойкот и ушли спать в другой отряд. А почему поссорилась? Из-за чего? Из-за мальчика какого-то? Сами знаете, как это бывает. Мы и подумали, что это было самоубийство. 13 лет первой трагедии. Скорее всего, здесь, на вентиляционной решетке, была установлена камера. Там обрывки скотча. Он убил ее. Я додумывал, это я не досмотрел, не понял Лилю, довел ее.
Лиля не хотела умирать, она спасалась от насильника. Лиля вообще не хотела ехать в этот лагерь. Но у нас в последнее время отношения не ладились. Я думал, так будет лучше для всех. А где мама Лили? Это еще одна наша беда. Моя жена, которая год борется за жизнь. Рак. Четвертая стадия. Шансов нет. Она сейчас в хосписе. То есть, если я правильно понимаю, вы отправили Лилю в лагерь, чтобы она отвлеклась от болезни матери? Да. Я-то на работе. Да у постели умирающей жены. А Лиля, она все время плакала. Плюс переходный возраст. Я поэтому и поверил, что она сама это сделала. Ну, из-за того, что ей плохо было. Вот я дурак, а? Ничего не получается. Невозможно выявить характерные детали внешности и опознать преступника. Съемка сверху. Даже рост точно не определить. Слишком много потенциальных подозреваемых. Я отметаю мальчиков младше 11 лет, но остаются десятки парней, вожатые, взрослые из администрации, подсобные рабочие лагеря. Ну вот, смотри. Так, сейчас он повернется, и мы увидим его лицо. А вот и нет. Тут монтажная склейка. Кто-то вырезал лицо нападавшего. Вот, собственно, второй этаж всего. Могла бы выжить. Вот головой вниз упала. Не повезло просто. Привет. Здравствуйте, капитан Котов. Артемий Шевкун, директор лагеря. Ну что, ребята, рассказывайте, с кем дружила Лилия? Из-за кого она с девчонками поссорилась? Да это из-за Валерки все. А кто такой Валера? Валерка Попов. Да, был у нас один такой тут. Два года подряд приезжал, 15 лет. Нравился ему у нас очень. И где он сейчас? Ну как, его забрали родители сразу после трагедии. Он очень эмоционально переживал случившееся. Так вряд ли у них слишком что-то было. Валерка чмошник, он никому не нравился. Ясно, спасибо. Ну что, нет у них камер? Увы. Это маленькое кафе, даром, что Wi-Fi бесплатный. Поэтому туда и пошел. И создал этот новый аккаунт, и залил на хостинг запись нападения. Или она. Мы же не знаем, кто залил видео. Но в любом случае, со всех сторон голяк. Наоборот. Мы сильно продвинулись. Мы знаем, что где-то есть видеозапись с лицом преступника. Осталось только найти ее. Валера, у тебя был роман с Лилей Травкиной? Нет, что вы, мы просто дружили. Почему тогда Лиля поссорилась с соседками по комнате? Это они сами виноваты. Они прям в спальне курили, а у Лили астма. Она терпела и плакала. Ну, потом сказала? Я убедила ее рассказать все директору лагеря. А девчонки ей в ответ бойкот. Она три ночи была одна. Ты знала об этом? Да все об этом знали. Девочки до сих пор со мной не разговаривают. А мне одно знаешь, как в комнате стрёмно? Ну, если хочешь, я приду. Да ну тебя! Зачем я вообще согласилась? Мне теперь тут не жизнь. И директор ничего не сделал? Да Шевкунову на все плевать. Он сразу же про это забыл. Ему только бабки нужны. Орет на всех, а в лагере все равно бардак. В чем это выражается? Там девчонки с вожатыми спят. Кто угодно может спокойно за территорию лагеря уйти и вернуться. Никто искать не будет. Травку курят. И дедовщина. В лагере? Да, есть там несколько стариков, как Кирилл Лазарев. Они туда каждый год приезжают, обряды посвящения дурацкие проводят, деньги отнимают у новеньких, издеваются. Ты не знаешь, кто мог приставать к Лиле? Не знаю. Да кто угодно, не все там хороши. Погодите. И здесь обрывки скотча. Значит, ты перед выходом была установлена камера. В
спальне мальчиков среднего отряда тоже камера была. Да что у вас здесь происходит вообще? Я ничего об этом не знаю. А тот, кто следил за жизнью лагеря, знает очень много. В сеть попадает видеозапись смерти девочки в детском лагере. Лиля Травкина спасалась от изнасилования и выпрыгнула в окно. Кто-то снял преступление, но вырезал лицо нападавшего. ФС обнаруживает, что в лагере было несколько скрытых видеокамер. Сейчас их нет. А начальник лагеря человек не самых честных правил. Артемий Иванович Шевкун, 41 год, 7 лет назад уволен из общеобразовательной школы, где работал физруком. Было много жалоб на его слишком жесткие воспитательные меры. Тебя родители ждут? Нет, папа болеет, а мама в командировке. Меня тетка забирает. Понятно. Подожди минуточку. Добрый день. Вы полковник Рогозина. Я много вас слышал. Да, добрый. А вы? Лазарев Дмитрий Давыдович. Я федеральный судья. А вы отец Кирилла? Нам с женой сообщили, что Кирилла будут опрашивать по поводу смерти девочки. Кто-то пытается опорочить моего сына. Вы с супругой сможете присутствовать на беседе, только она будет проходить в лагере, где находится Кирилл. Вы не по адресу приехали. Я попрошу жену съездить. На самом деле, я хотел бы поговорить с вами наедине, если вы не возражаете. Меня здесь все знают. Отец уже 4-й год сюда упекает. Прямо-таки упекает. А я слышал, что ты тут развел дедовщину. Кто говорит? Нет, вы мне скажите, что за чмошники? Я никого не трогаю. Меня и так все уважают. У меня позиция простая. Сын должен сам разбираться с любыми неприятностями. Но если Кириллу что-то угрожает в лагере, мы немедленно его заберем. У нас нет данных, что детям в лагере что-то грозит. Но, возможно, человек, напавший на Лилю Травкину, все еще находится там. Галина Николаевна, я бы попросил вас сообщать мне о ходе расследования, а со своей стороны я обещаю всячески содействовать вам. Спасибо, мы справимся сами. Ладно. Расскажи-ка мне, друг любезный, у директора вашего в последнее время не было с воспитанниками конфликтов? Шевкун конкретный мужик. Только он вот этот курятник в кулаке может держать. Выруби камеру! Камеру выруби! Иди отсюда! Кто вас пускает сюда, а? Вы достали меня уже! Иди отсюда! Кто вас пускает сюда? Еще раз увижу, урою! Стой! Сюда встану! Охрана! Еще раз увижу тебя! Что ты мордашь? Приходим, Кирилл, не туда! С тобой все в порядке? Да, все хорошо. А ты что здесь делаешь? Как что? Забираю тебя, что же еще? Достали уже! За так все! Что творится? Поднялся только шум. Я этого не хотел. На Лилю Травкину мог напасть кто угодно. Без исходной записи мы это никогда не узнаем. Что и следовало ожидать. Михаил Травкин требует возмездия? Ну все, сейчас начнутся звонки сверху. Я призываю всех неравнодушных людей. Всех, у кого есть дети. Требуя справедливости для моей дочери. Для моей 13-летней девочки, которая погибла в государственном лагере, где должны были просто хорошо за ней смотреть и беречь. Слушаю. Я вот иду по аллее, смотрю, мальчик на скамейке сидит, а тут мужик около него трется. Подхожу ближе, он от него отскакивает. И я уверена, это он. Смерть наступила более полутора часов назад. Подошла, вот, а я пришел сюда полчаса назад. Валерка, еле нашел. Совсем Помогите! Убили! Да что ж ты сделал? Да блин!
Вы считаете, что это Валера напал на вашу дочь? А это он? У нас нет таких данных. Но вам, видимо, видней, раз вы напали на него. Да не убивал я его, клянусь! Нам нужно взять образцы вашего ДНК и отпечатки пальцев. Рот, откройте, пожалуйста. Валера Попова, механическая асфиксия. Сломаны два позвонка. Душил очень сильный человек. Например, Михаил Травкин. Этого я сказать не могу. Галина Николаевна, Попова задушили его собственным же шарфом. Следы Травкина на нем есть? Нет. Зато есть следы черного латекса. Убийца был в перчатках. Если это Михаил Травкин, то он должен был где-то их выбросить. Да, да, Галина Николаевна, я понял. Собаки ищут латекс, ищут вещи с запахом Травкина. Но только ведь это же парк, это весна. Тут вон общежитие студенческое рядом. Я опасаюсь, будет много ложных находок. Продолжайте поиски. За полтора часа до смерти Попов звонил Михаилу Травкину. Через 40 минут он был уже мертв. Валера мне сам позвонил. Я ничего не понимаю. Я же знаю, кто убийца. О ком он говорил? Понятия не имею. Он сказал все при встрече. Он сказал через полтора часа. Я так понимаю, у него какие-то еще планы были. Попов звонил уже из парка. Что он собирался там делать полтора часа? Встречаться с кем-то еще? Больше он никому не звонил. Костя, поиски в парке что-то дали? Нет, ничего. Ни перчаток, ни ноутбук мы не нашли. Ноутбука? Да, ноутбука. Тетка Валера Попова, с которой он жил, сказала, что он уходил вместе с ноутбуком, а рядом с трупом мы его не нашли. Ясно. А это что? А, это ответ на один из вопросов. Видеокамера из лагеря. Это Попов сделал ту запись? Да. Таких я нашел в его доме 6 штук. Трансляция велась на ноутбук. И он никому ничего не сказал о том, что увидел? Не сказал. У него проблемная семья. Отец 2 судимости в запое, мать в загуле. Его, по сути, воспитывала только тетка. А зачем он вообще установил эти камеры в лагере? Вот. Тетка вспомнила, что в прошлом году Валеру в лагере кто-то очень сильно обижал. И она удивилась, почему в этом году он опять попросился в тот же самый лагерь. Может, хотел отомстить? Так я тоже так и решил. Валер Попов весь год подрабатывал и копил деньги. Сейчас этих денег нет. Логично предположить, что он именно на эти деньги купил видеокамеру и ноутбук. Ну что ж, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что это не Попов напал на Лилю. А тогда получается, что и Михаил Травкин не врет. Ну, ему просто незачем убивать пацана. Валера Попов ему сказал, что отдаст видеозаписи. Но преступник его опередил. Меня больше интересует, почему в интернете появилась неполная запись. Отпустили. Убить Попова мог кто угодно. Шевкуна отстранили от управления лагерем за драку с журналистами. Кирилла Лазарева забрали из лагеря.
Они оба могли добраться до Попова в городе. Возможно, в этой истории есть второе дно. Валерий Попов мог быть не только свидетелем, но и шантажистом. О, ну теперь и понятно, зачем выкладывать в сеть смонтированное видео. Попов поднял шумиху, а затем начал шантажировать преступника. Но преступник, видимо, платить отказался, и Попов позвонил отцу Лиле. Он хотел сдать того, кто напал на девочку. Интересно, а почему не нам? Ну, Попова отец дважды судим. Дети уголовников обычно не испытывают доверия к правоохранительным органам. Плюс ему самому пришлось бы признаться в шантаже. Вот именно. Только я не уверена, что шантаж не удался. Андрей, пробей-ка счета всех наших фигурантов. Надо, я сам, давай, заводи. Галина Николаевна, вчера вечером директор лагеря Шевкун закрыл свой металлический счет, снял наличные. Получилась довольно-таки приличная сумма. ФЭС расследует смерть 13-летней Лили Травкиной в детском лагере. Девочка выпрыгнула в окно, спасаясь от изнасилования. В сети появляется запись происшедшего, но она смонтирована так, что лицо преступника не видно. Вскоре находят задушенным мальчика из того же лагеря Валеру Попова. Выясняется, что это он сделал запись. Судя по всему, Попов шантажировал убийцу. Подозревают директора лагеря. Он снял со своего счета все деньги и пытается сбежать. Держись, сдачи не надо. А давайте я облегчу вашу ношу, а вы взамен облегчите свою совесть и во всем признаетесь. В чем признаюсь? Я еду к родственникам на Украину. Соскучились по родственникам. Ну так меня же от работы-то отстранили, вот решил своих навестить. Я же не подозреваемый. Теперь подозреваемый. Чемоданчик прими. Галина Николаевна, есть новости. Шевкуна взяли, знаю. Да, но не только Шевкун опустошил свои закрома. Со счета судьи Лазарева перевели 2 миллиона рублей на неизвестный электронный кошелек. Чей кошелек, мы выясняем. Постойте, не мог же Попов шантажировать сразу двоих? Я навела справки о Лазареве. Его называют королем оправданий. У него огромное количество оправдательных приговоров по экономическим преступлениям. Так вот он какой, самый гуманный суд в мире. Я думаю, что язык взяток для него роднее русского. Пап, ты что, ничего не боишься? Ты думаешь, тебя это не коснется? Прекрати! Я не спал всю ночь. Я из-за этой истории я жутко устал. Ты только о себе и думаешь. А это моя жизнь. Кирилл, я это делаю ради тебя. Я... Да, Наташ? Дмитрий Давыдович, вам звонят из ФЭС. Соедини. Подожди. Да. Да, Галина Николаевна. Конечно, приеду. Кирилл! Кто это? Петров. Вадим Васильевич. Это на его электронный кошелек были перечислены 2 миллиона. Еще один подозреваемый? Еще один тупик. На прошлой неделе паспорт Петрова был утерян. И в тот же день на него были оформлены и этот кошелек, и дебетовая карта. Я никого не убивал! Да у вас нет против меня никаких улик. Да, что же вы тогда бежали? Так, я хочу воспользоваться своим конституционным правом не отвечать на вопросы. А я воспользуюсь своим правом задержать вас для начала на 2 суток. Задержанного уведите! Оксана, пробей телефон Лазарева. Он не приехал в ФЭС и перестал отвечать на звонки. Секунду. Галина Николаевна, я взломал почту Лазарева. День назад ему пришло видео, но какое неизвестно. Оно удалено и вставить его не получится. У него иностранный почтовый сервер. Кто отправитель? Письмо пришло с одноразового почтового аккаунта. То есть зацепиться не за что? Ну, есть за что. Сохранилось письмо о выкупе. Цена свободы Кирилла 2 миллиона рублей.
Значит, все-таки Кирилл Лазарев напал на Лилю Травкину. И судья Лазарев заплатил, чтобы отмазать сыночку. Но без видео или признания мы не сможем предъявить обвинение. И другой вопрос. Почему Шевкун так по-дурацки себя ведет, если ни при чем? Слушайте, телефон Лазарева не отвечает, но он не отключен. Он двигался, а потом резко остановился. Есть координаты. Недалеко, кстати. Галина Николаевна! Лазарев мертв. И я так понимаю, что ехал он к нам. Ну, на первый взгляд, не справился с управлением и врезался в дерево. Но есть одна странность. Отсутствует тормозной путь. Да, и еще знаете, что странно? Судьи-взяточники на таких дешевых машинах не ездят. Да. Дмитрий Лазарев был отравлен большой дозой бродифакума – антикоагулянта из группы кумаринов, применяемого в качестве родентицида против грызунов. Учитывая язвенную болезнь жертвы, смерть наступила аномально быстро. Этого не может быть! Неправда! Он умер! Он правда умер! Я хочу его увидеть! Пожалуйста! Это станет возможным только после всех следственных действий. Смерть вашего мужа не была естественной. То есть как? Нам же сказали, что он разбился в аварии. Он очень переживал из-за этой кошмарной ситуации с лагерем. Не спал две ночи. Наверное, заснул за рулем. Приняв при этом большую дозу крысиного яда. Но вы не волнуйтесь. Он успел заплатить шантажисту за то, чтобы вы избежали наказания. Наказание за что? За нападение на Лилю Травкину, в результате которого девочка погибла. Я? Да я не... Это ложь и клевета! Я вас засужу! Кирилл, уходим! Судья Лазарев был отравлен. Он потерял управление и разбился. Но если бы не авария, он умер бы у нас на допросе. Яд в банку с энергетиком ввели иглой. Отпечатков нет. Их очень тщательно протерли. Так, деньги были перечислены шантажисту за 6 часов до смерти Валерия Попова. Возможно, парень деньги получил и шантаж продолжил. Поэтому Лазарев его и убил. Окей, Шерлок. А кто тогда убил самого судью? Кость, по словам секретаря, в кабинете Лазарева быть энергетического напитка не могло. У него недавно открылась язва, и она перестала ему его покупать. Хотя погибший очень его любил. То есть, если бы кто-то оставил ему на столе банку, он бы обязательно ее выпил. Ну, скорее всего. К тому же, секретарь сказала, что Лазарев приходил в последнее время на работу, не выспавшийся. И мы с тобой знаем, что незадолго до смерти Лазарева к нему приходил его сын Кирилл. Ты думаешь, это сын его убил? Прибор для определения отпечатков пальцев думает иначе. Это не сын. Пока единственное, что мы знаем, запись сделал Попов. Потом выложил эту запись в интернет и стал шантажировать Лазарева-старшего. Не факт. Валера Попов не похож на шантажиста. Он хотел отомстить Лазареву-младшему за издевательство, а не заработать на этом. А что, если шантажист Шевкун? Попов, сделав запись, мог прийти с ней к директору лагеря. Шевкун начал шантажировать Лазарева, а чтобы Попов его не спалил, задушил пацана. Логично, что Шевкун убил и Лазарева. Он мог догадаться, кто шантажист. Интересно. И как он это сделал? Ваш лагерь закупил крысиный яд, которым отравили судью Лазарева. Этот яд везде продается. Вы ничего не докажете. У меня даже мотива нет. Вы шантажировали Лазаревых. А когда судья вас вычислил и собирался разоблачить, вы его отравили. Так, стоп. Я снова хочу воспользоваться своим святым конституционным правом промолчать. У нас нет ни одной улики против Шевкуна. Мы не можем доказать, что это он убил судью.
Так он и не убивал. Я вообще думаю, что Лазарев шантажисту не платил. Я видел квартиру судьи во время обыска. Вот про таких, как Лазарев, говорят, чтоб ты жил на одну зарплату. А может, он просто маскировался? Деньги оседали на счетах. Точно нет. Я проверил счета семьи Лазарев. У них всего один счет, на нем 3 миллиона. И эти деньги накапливались последние 6 лет. Да, но его репутация. Есть такое. Репутация. Он действительно пачками оправдывал экономических преступников. Ну, если кто-то буханку хлеб с голодухи украдет или курицу у соседа. А серьезные дела он вел? Несколько десятков. Чиновники, коррупционеры, растратчики, в общем, влиятельные люди. 100% обвинительных приговоров. Нет, Лазарь взятки не брал. Ну, такой человек не стал бы отмазывать сына, из-за которого погибла девушка. Согласна. Ну, так он и не отмазывал. Деньги перечислила его жена. И она же его и отравила. Ее же отпечатки пальцев мы нашли на столе. И накануне, это секретарша говорила, она приходила к нему в кабинет, прождала его полчаса. Аккаунт Яны Лазаревой в соцсети. Красивая жизнь. Сумочки брендовые по 150 тысяч. Да проверили мы эти сумки. Обычная подделка из перехода. Яну Лазареву явно тяготила аскетичная жизнь мужа. За пару часов до убийства Попова на сайт Министерства образования поступила анонимная жалоба на Шевкуна. А почему мы узнаем об этом только сейчас? Но анонимные письма автоматически отправляются на премодерацию. Шевкуна обвиняют в продаже детям запрещенных препаратов. Вот почему вы решили сбежать. Ну, раз камеры были везде, я понял, что рано или поздно вы за мной придете. Значит, вы не шантажист, а наркоторговец и убийца. Попов взял за горло и вас, и Лазаревых. Только они предпочли откупиться, а вы убить его. Я никого не убивал. Но у меня есть информация, которая вам нужна. Давайте оформляйте сотрудничество со следствием. Я видел, кто заходил в подсобку с крысиным ядом. Поздно, Шевкун. Мы знаем, кто. Яна Лазарева, мать Кирилла. Привет. Ой, извините. А вы за Кириллом, да? Да, он собирает вещи. А у вас что, здесь химикаты? Там у нас всякая бытовая химия, ну, там от грызунов и... Вы аккуратнее, тут все-таки дети ходят. Да-да. Галина Николаевна, в подсобке пальчики Яны Лазаревой. Это она мужа убила. Да, ясно, Костя. Спасибо. Галина Николаевна, я выяснил IP, с которого была отправлена жалоба в Министерство образования. Это кафе недалеко от парка, где убили Попова. И что это нам дает? Мы и так знаем, что это видео записал он. Я запросил записи с их камер наблюдения за 2 недели. За 3 дня до того, как смонтированная запись появилась в сети, Попов был в этом кафе с ноутбуком. Мы не знали, что он сбегал из лагеря, но, в принципе, нет ничего невозможного. Попов создал левый почтовый аккаунт «Искатель правды» и отправил с него одно письмо. Я вскрыл его. Это то самое видео, без монтажной склейки. Это был несчастный случай. Ваш отец тоже так считал? Отец упертый, ему плевать на семью. Хотел меня сдать, типа для моего же блага. Но мама вас поддерживала, так? Да. Она понимала, что это всего лишь ошибка, что я ни в чем не виноват. Она змея любого порвет. Она и порвала вашего отца. Что? Позвоните еще раз. Жилин мой адвокат. Он должен приехать. Он не приедет. Я только что говорил с ним по телефону. Неправда. Он не мог. Почему? Потому что он ваш любовник? Мы проверили ваши телефонные звонки и сообщения.
Вот уже год вы состоите в любовных отношениях с адвокатом, выступающим в процессах вашего мужа. А что, это запрещено законом? Нет. Но законом запрещено убивать своих мужей. Все улики у нас на руках. А вы знаете, я не жалею. Муж только и делал, что мешал жить Кириллу. Это он засунул его в этот ужасный лагерь. К Бодляку. Ну, конечно, вы бы хотели элитный заграничный пансионат. С полем для гольфа, с конными прогулками. Да? Кирилл сын судьи. Мы по праву принадлежим к элите города. Почему мы должны жить как нищеброды? Вы посмотрите, как живут все они других судей. Ну, понятно. А вы увидели запись первой. И сразу поехали за сыном. Мужу показали эту запись только вечером, после того, как пришло требование выкупа. Мне интересно, почему он сразу к нам не пришел? Хотел сначала вычислить шантажиста. Тот ведь тоже преступник. Угу. И вы воспользовались этим временем, чтобы заплатить. Муж это не оценил? Он был в ярости. Но я так и знала, что получится именно так. Да. Поэтому заранее украли крысиный яд в лагере. Подмешали его в банку с энергетиком, зная, что муж обязательно его выпьет. Гражданка Лазарева, а вы задержаны. Хорошо. Мы знаем, что в смерти Лили виноват Кирилл Лазарев. Судью Лазарева убила жена. Шевкун продавал в лагере наркотики. Но кто шантажист? И кто убил Валерия Попова? Тот, кому Попов отправил полную версию гибели Лилии Травкиной. Котов за ним уже поехал. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Увидев запись, как погибла Лиля, Попов отправил запись отцу девочки. Он рассчитывал, что Травкин отомстит за дочку. Попов сам пострадал от Кирилла Лазарева и надеялся, что взрослый мужик сможет наказать обидчика Лили. Я не понимаю, почему Травкин этого не сделал. Да потому что он... У Травкина давно вторая семья и маленький ребенок. Лили и ее умирающая мать мешали ему жить. И когда Травкин увидел запись, первое, что ему пришло в голову, это не месть, а шантаж. Он рассчитывал, что судья раскошелится. При обыске у Михаила Травкина был обнаружен жесткий диск из ноутбука Попова. Думаю, он хотел и Шевкуна шантажировать записью с наркотиками. Все это стоило жизни Валерию Попову. В тот день он позвонил Травкину, чтобы выяснить, что происходит. Валерка, поверь мне, я знаю, что я делаю. У него отец федеральный судья. Надо было поднять такой шум, чтобы он уже не мог отвертеться, понимаешь? А теперь все. Теперь он, гад, никуда не денется. Да. Мне после этого обращения такое прислали. Это просто бомба. Давай встретимся, я тебе покажу. И ноут захвати с тобой, тебе тоже скину. Михаил Травкин задушил парня. Увез и спрятал улики, потом вернулся, чтобы обнаружить тело. То есть Лазарев платить не собирался? Он был готов, чтобы сына посадили? Вот что он за отец после этого? Это вы задаете такой вопрос? Вы не путайте. Моя Лиля мертва, ей ни холодно, ни жарко от того, что я сделал. А у него-то выбор был. Как его сыну жить? Счастливо или гнить за решеткой? Лазарев поступил как честный человек. То есть решил сгнобить сына ради своих идиотских принципов?